И всем привет, дорогие друзья, с вами сегодня 750, и сегодня мы будем выживать с модами. Это, кстати, четвертая серия. Ну да, четвертая. И мы идем на... Наверное, в ад пойдем сейчас. Там пигман ходит. За стержнями. Так. Из-за какой-нибудь черных его убить. Ничего не выпало. Ну ладно. Но если не там меня агрессы не будут. Сейчас посмотрим. Угу. Все, телепортировались. Сюда попал, тут никого нет. Давайте накопаем блоков. Так, копаем. Берем. Так, сейчас. Вам еще вот за квар нам надо, где кто помнит, а где ага, ладно, а блин, да что за фигня мне надо. Крепость где-нибудь найти, крепость. Так. Так, копаемся. Так. Там как раз вот наши эти... Ага, мы уже здесь. То есть почти что здесь. Ой-ой-ой, что я чуть переборщил. Так. Где у нас крепость должна быть? Угу. Чуть не упал. Хотел поставить блок под собой, ну ладно. Так. Кварц тоже добываем. Угу. Может даже получится сделать кварцевый меч, хотя вряд ли. Так. Где-то здесь гастик летает, но я его не вижу. Так. Там пигман стоит. Думаю, чтобы меня этот газ не сбил. Что-то горячее вообще потемнело. Фу. Копаемся. И нам не хватает еще блоки.
А, у меня же есть. Через слепой такой, ладно. Ой-ой-ой, что я сделал, что я сделал? Угу. Жарковато немного. Но ну, броня еще спасает. Так. Я уже не помню в прошлой серии, куда я шел. Посмотри. Так, что там такое? Ничего особенного. Давайте еще возьмем вот этих несколько штук. Может, для защиты дома подойдет. Нифига себе, там еще и лава внизу. А где он может быть, эта крепость? Давайте еще немного накопаем блоков, я это сделаю. Так? Папа, ну что ты делаешь? Ладно, так. Идем дальше. Ай. А вот чуть так, я не понял, а что можно сделать из этого золота розового? Так. Угу. А, чуть не упал. Так. Здесь я уже перестал копать, давайте дальше продолжим. Угу. О, сколько уже руды пошло. Ну-ка, давай, давай. Там железо. Я думаю, что вряд ли мне железо нужно, ну ладно. Ой-ой-ой-ой-ой. Капец, что сейчас было? Я думаю, что вы слышали. Какая стрельба. Там наверху, наверное, деревня, что ли? Что так стреляет? Пойду туда. Так. Или это где-то здесь? Там, наверное, бандиты. А, кстати, железо тоже понадобится, да. Много железа, чтобы делать оружие. Я думаю, что оно... Реально не понадобится, но может пригодиться. Так. Так. И что еще? Тут еще.
Где? Так. Вот. Копаем дальше. Так. Не. Уголь нам не нужен. Сейчас было. Так. Где-то здесь рядом. Где-то рядом. Здесь зомби где-то, значит. Так. Так. Угу. Копаем. Так, сейчас. Так. Ничего я пока что не вижу, никакие. О, нашлась. Хоть какая-то. Я почти что все свои факелы потратил. Мне бы все алмазы-то кирка сломалось, надо бы найти еще и алмазы. Так, сейчас посмотрим, какая у нас высота. Это у нас 6-я высота. Почему такая маленькая? Так, давайте наверх еще на один блок поверим. Все. Можно искать. Что такое? А это Deadstone. Ничего не нахожу почему-то. Так. Вообще ничего не нахожу. Сейчас, наверное, кирка сломается быстро, и все. Все, рип. Я копаю как могу. Ничего найти не могу. Так. Сегодня еще одна серия выйдет, потому что я вчера не успел заснять эти две серии. Копаем. Ага. Так. У меня сейчас кирка сломается, у нее 372 удара осталось. Я чуть не показалось, что какая-то. Ладно, давайте спустимся ниже. Там, где бы дроп, во. Не, тут не пойдет.
тут земля делает. Ой-ой-ой, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Так, тут идем сюда. Вон там лава, значит, нам не туда. Да что за... Что она такая глубокая? Вот. Пока. Вон там вижу руду и где-то там еще пещера. Так, так, так. Ну это не алмаз, но все равно какая-то руда есть. Я даже не знаю, что это за руда. Только давайте узнаем. А, ну это я еще не копал ни разу. Так. Еще и золотая. Золотое золото есть. Так. Ну да, ей ни разу не копала, она не заставилась ни с чем. Там вот это есть. Чуть не поставил. Так. Все, ну ладно, пойдемте. Пойдемте так. Так. Угу. А там скелет. И там еще какая-то есть. Смотрите, видите? Пойдемте туда. Сначала до той стороны. Так, 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 так. Как бы мне так сделать? О, золото. Пушка. Блин, мне почти что кирка сломалась. Не хотелось бы найти еще золото. Но у меня этот сит не такой, чтобы позволить мне много алмазов. Тут еще и это есть. Порох. Ну, мы переплавим, получим порох. Еще. Сколько? Вот тут вот это есть. Они все по одной штуке валяются везде. Все. Пойдемте теперь в пещеры. Так. А, я уже в них. Все, запутался немного. Так, стоп, я вот этот блок не буду ломать, я его заберу. А его вообще забрал? Думаю, что забрал. Опа. Забираем такие. Она, наверное, будет нужна. Не знаю, броню из нее можно сделать или нет. Оп, оп. О, нет, он сгорел. Что бы мне выкинуть, чтобы... У меня было место. А, блин. Блин. Ну иди сюда. А, о, ну, 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 да блин! Ладно. Где я опять заспавнился? У меня то. Так.
Где мой дом? Иди в жопу, скелет. Вон он. Так. Ладно, я сейчас на этом буду заканчивать. Вот это вот уберу. Ладно, я сделаю мостик, чтобы переходить нормально. Ага, свалился, ничего страшного. Практикуюсь. Давайте. Вот такой еще мостик сделаем сейчас. Доделаем. Все будет хорошо. Чтобы на нем никто не спавнился, давайте вот так вот сделаем. Ну, вряд ли на нем заспавнится кто-то, но я думаю, что заспавнится еще. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наша серия подходит к концу. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик. И всем удачи, и всем пока!